Но перед началом этого видео хочу попросить вас подписаться на мой канал, поставить лайк и подписаться на мои другие соцсети, Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Время 8, я встала где-то в 6:40. Я до сих пор лежу в кровати, потому что я монтировала влог недельный. Делала обложку, сейчас его выгружаю. Вчера я купила вот эти новые киндеры с диснеевскими принцессами. И смотрите, мне попалась Ариэль. Я вчера прям стояла, выбирала, какой потяжелее. Вот, и выбрала вот этот. Слава богу, потому что я думала брать, не брать его. Вот. Мы вчера ходили по магазинам, я наконец-то купила все влажные салфетки. Мы закончились, и я постоянно забывала их покупать. Купила себе масочки свои любимые, ватные диски, игрушечка моя. И купила себе новые тапочки, просто посмотрите на мои, они уже не отстирываются. Вот эти такие красивые, но они в размере 40-41. Короче, я не помню, что ты говорила вам или нет. Сегодня у меня фотосейшн. Я сделала себе просто отвратный макияж. Мне кажется, макияжа хуже вы никогда не видели и не увидите. Я вчера специально даже не тренировалась, потому что вот если бы я вчера потренировалась, у меня получился идеальный макияж, сегодня я бы его не сделала. Вчера я не тренировалась, и сегодня у меня ничего не получилось. Почему я сегодня так плохо выгляжу? Еще, знаете, я утром, короче, кудри сняла, и они были норм. Почему такие за цвет ужасные? И потом я решила еще раз закрутить их, чтобы весь день с ними проходить, вот до фотосессии. В итоге они стали только хуже. Это тот самый день, когда макияж не макияжится, укладка не укладывается, настроение не настроение. Мне делать еще голова как будто грязная-прегрязная. Хотя я ее мыла позавчера. Я не знаю, я на фотосессию, наверное, пойду с зализанным хвостом, потому что, ну, это какой-то ужас, по-другому и не скажешь. Хотя я думаю, если я вот тут залежу просто как-нибудь, и все. Но, скорее всего, хвост будет у меня. А еще я сегодня смешивала свой тон Dior с тоном своей мамы. У нее в оттенке 2,5, а у меня 0. Вот, еще у меня руки почему-то такие липкие. Говоря, вот такой вот у меня образ. Сейчас меня Сабина заберет, и мы поедем с ней в город. Ехали в АДК. Зашли в Глори Джинс, но тут мне ничего не понравилось. А, кстати, мы ищем мне вещи на осенний бал, так как я буду там, это самое. И только она. Будем участвовать в двух конкурсах, а она в одном. И вот в этих двух конкурсах там меня прям будет очень видно. Это ужасно. Мы пришли в Love Republic. Смотрите, какое платье классное. Вот. Я взяла еще такое же в красном цвете. Но оно стоит очень дорого. А что, это дешевле стоит? Нет, но они оба стоят дорого. Короче, померила я два платья от Love Republic. Они мне, конечно, понравились. Почему мы на первом поехали? Они мне, конечно, понравились, но они стоят очень дорого. Мы пришли в Coffee Boom. Я уже покушала. Вот принесли еду Сабине. Ешь. Вау, огромный спонж, не знаю. Может быть, кажется, что он маленький, но он огромный. Мне так грязно, снимай! Ну, Камила, всем привет! Такое низкое зеркало. Я ем ее чипсы,
которые вон там лежали. Я ей принесла топ. Она сейчас будет опять краситься. Типа у тебя, знаешь, коричневый чисто губы, а здесь вот такие. Это очень красиво, понимаешь? Мне не нравится. У меня губы слишком маленькие для красной помады. Не, они наоборот все нормальные. Толпанка. Это какими тени? Блин, классно, Кам! Давай, давай! Че прикольного? Соленый камень поплотить. Мы уже приехали в то место, где мы фотимся, и я так хочу спать, всем проснулась в 6 утра. Мы пришли. Да, реально. И тут магазин, где ты купила сосиску, там тоже. Да. Как будто бы из 90. Там компот так стоит. Да, да, да. Потом она должна с вот этой камерой и вот этими книжками. Я уже переоделась со своего второго, просто сижу так странно. Если типа вот так лечь, иди книжки на пол-то поставить. Не знаю. Или может вот так лечь. Мы уже пофоткались, и сейчас выходим из этого здания. Это фотостудия, прям рядом с набережной находится. Мы сейчас идем в фикс-пукс за штучками для осеннего бала. О боже мой, я наконец-то пришла домой, я так устала, у меня так болят ноги. Я после болезни на танцы пришла, чуть не сдохла. А еще у меня вот эти цепочки все перерывались. И сейчас я буду переодеваться. Я очень сильно хочу сделать заказ в Заре. Я когда болела, открыла Зару, листала и нашла такие классные джинсы. И очень хочу их заказать. Еще я нашла классный розовый костюмчик. Я очень давно хотела себе розовый костюм. Пробуем компот из моей новой кружки. Все вкусно? Мы сейчас поедем в город на набережную. Смотрите, какой закат. Че?
сделаны покупки из Моти. Купили дубайский шоколад, круассан с миндалем и шоколадом. Мы сейчас будем пробовать этот шоколад. Мам? О, он реально похож на вот дубайский. А вот этот, кстати, больше похож, да? Потому что там начинка, помнишь, какая была? Ну, по вкусу меня будет. Я уже помылась. И смотрите на мою новую классную пижаму. Мне она так нравится. Она шелковая. Смотрите, кстати, мне чехол с Пиндодо пришел. Он такой красивенький. Надеюсь, он не пожелтеет, как мой с Алиэкспресса похожий. Классная моя пижама, да? А еще мне с Пиндодо пришли вот спонжики для пудры. Но, правда, я ими уже такими не пользуюсь. Я их очень давно заказывала. Еще летом, наверное. Только сейчас они пришли. Они потерялись, кажется. Вечеру масочки, ну и на этом я заканчиваю свой влог. Всех поцелую, всем пока.